Пустырь в квартале улиц Крупской, Карла Маркса и Чехословацкого переулка начали благоустраивать в Гуково. Об этом сообщает правительство области. Здесь смонтируют детскую и спортивную площадки, установят лавочки, урны, фонари уличного освещения и высадят деревья. Проект стал победителем областного конкурса инициатив «Сделаем вместе». О продолжении реализации конкурса, поддержке местных инициатив не так давно рассказал глава региона Василий Голубев в своем Инстаграм. Сейчас площадка активно готовится к преображению. На реализацию проекта из регионального бюджета направили почти 1,5 миллиона рублей. И около 200 тысяч рублей собрали на благоустройство сами горожане. Все работы планируют завершить к октябрю. Напомню, всего по Ростовской области после прошедшего в прошлом году областного конкурса «Сделаем вместе» сейчас строится и обновляется более 40 объектов физической культуры и массового спорта, а также детских площадок.